Ну что ж, вы готовы увидеть новую концовку бабки Гренни на машине? Назад! Вперед! Один лайк плюс один год бабки Гренни. Поставь лайк прямо сейчас, и мы узнаем, сколько ей лет. Всем привет, друзья! С вами игрок Адор. И как вы видите, я попал в какое-то странное место. Короче, я вот буквально недавно ходил в школу, и мне один одноклассник сказал, то, что в Гренни добавили новые какие-то странные тайные места. Давай, типа, сходим к ней, к этой бабке Гренни, и посмотрим, что она добавила. Вот я решил сходить, и смотрите, что, ёлки-палки, тут добавила эта бабка. Тут, короче, такой проход, тут также есть люк, с которого мы можем попасть именно сюда. Этот люк находится во дворе, видите, маленький домик. Сегодня я хочу потроллить бабушку, посмотреть, что добавили. Мы поднимаемся наверх, и вот это новое помещение бабки Гренни. Офигеть! Я в шоке на самом деле. То, что это круто сделали. Короче, тут у нас есть ворона, а которая нас не трогает, но если мы подойдем нажим на нее, она будет кричать. Короче, я хочу сейчас увидеть бабушку, где она, интересно, находится. Ну да ладно. Кстати, она сюда тоже ходит, ребят. Поэтому будем осторожными. Так. Смотрите! Быстренько забираем предмет. Отлично! Короче, сейчас я вам покажу еще гараж. Да, в гараже изменилась машина. И это будет очень круто. Также у нас тут шестеренка, то есть эта игра немножко увеличила свои обороты. Я думаю, это прикольно. И самое интересное. Тайная комната через мясо. Поэтому давайте попробуем уехать на машине сегодня. Бабушка, ты где? Итак, кто-то ходил там, я знаю. Да там ходит. Опа, а пока будешь стоять. Я расширила свой домик, и внучата ко мне заходят. Она ушла? Хорошо. Ах, внучата, они еще не знают, что у меня в гараже. Я поменяла все там, все, даже машину. Машину поменяла? Нифига себе, я подслушал, что сказала бабушка. Давайте сходим к машине. Смотрим, что за тачка. Ооо, смотрите. Это новая драндулет бабки Гренни. Бабка решила сделать драндулет себе. Другую машину пригнала. Походу продала старую, я пригнала новую. Ладно, короче, давайте пробуем уехать отсюда. На этой тачке, получится или нет, но я постараюсь. Я надеюсь, то, что тут тоже что-то изменили. Смотрите, окрас обои. Обои изменились, это круто. Так, нам нужно добраться туда, там забрать, получается, ключ наш. И, возможно, пробраться к паучку, либо Слендерине. У нас тут выпинкей. Сейчас мы сможем бабку усыпить. Мышкой. Шара тут стоит, что? Ну, внучок, я тебя поймаю, будешь знать. Ты еще не узнал все мои секреты. Секреты я сейчас узнаю. Я сейчас узнаю все твои секреты. Закрываем дверь. Идемте, возьмем арбалет. Я иду усыплять бабушку. Кто там ходит? О, внучок, привет. Смотрите. Бабка, что ты делаешь? Бабушка! Что? Что за фигня? Внучок, ну-ка выпусти меня, будешь, а? Будешь, сказал? Отпусти меня! Ну-ка, ты чё меня усыпил? Открываем мы маленький домик, смотрим, тут ничего. Смотрите, что тут есть. Эту комнату мы открыть не можем. Но тут есть тайная какая-то непонятная штука. То есть, я знаю, что нужно сделать. Все, я понял. Берем мы арбалет. Заряжаем его, подходим сюда и просто стреляем в эту штуку, смотрите. И... Нет! Нет! Что? Я... Куда? Мальчик, ну что, что скажешь? Надеюсь, он не увидел. А он увидел? Ох, ты иди сюда! Так, закрываем дверь. Да, я увидел, и что? Я увидел! Ох, твою дивизию, смотрите, она тут ходит! НАНИ?! День 2. Интересно, что у нас Мишка там хранит? Ах, Мишка сидит такой, довольный, наверное. Ничего ему не надо. Я сказал, ты придурок. Ты знаешь, что она меня не кормит тут. Каждый день одно и то же. Меня забирают, кладут кроватку. Задолбал, что ты хочешь от меня? Ну ладно, прости, я... Да просто как бы решил посмотреть. Смотрите, как она поставила капкан. Капец! Это что за капкан? Если вы еще не знали, то тут еще есть тайная комната, то есть
это, получается, кладовая. Кладовая открывается через этот ключ. Так, открыли. Заходим. У нас тут баллончик. Супер. Давайте пробуем его взять и потроллить бабку. Бабка, ты где? Ты где, бабка? Выходи давай, я тебя не боюсь. Ну чё, конечно, а ты что делаешь? О, ты что сделал? Ох, блин, глаза. Ох, твою дивизию, блин, ничего не вижу. Ох, блин. Ох, ёлки-палки. Ау, ударилась в стенку. У нас тут каркей. Мы забрали каркей, давайте сходим к машине. Подходим. Открываем. Блин, твою дивизию, я испугался. Смотрите, что? Какая-то машина странная, ну ладно, мы уходим. Подходим сюда. Рушим это. И что у нас тут? Мне интересно. Смотрите! Тут у нас моторчик. Офигеть! А интересно, бабушка сюда может зайти или нет? Вот мне прям супер интересно. Ну все. Так, Кадор, соберись. Я должен пройти эту игру. Я должен уехать отсюда. Так, все, повязку на голову. Бронежилет на спину и погнали. Попытка номер два. Я не просто так не сдамся, так что уходим. Отлично, мотор мы вставляем сюда. Сейчас мы закрутим еще плюс гайки эти, да? И, в принципе, все будет окей. Заливаем, быстренько. Сейчас бабка придет, надо быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 твою дивизию. Давай, давай, быстрее. Нет. Да, тихо, 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 тихо. Padlock Key у меня в руках. Идемте откроем ширму в гараже. И, в принципе, нам немного осталось, да, это круто. Так, комната паучка. Кормим паучка. Паучок тоже изменен. Заметьте. Забираем мы свечу. Капец, смотрите, тут тоже есть такой ремонт. Очень интересненький, да, обои. Такие вот деревяшки новые. И паучок новый, да. Ну, паучок, походу, старый уже, но это прикольно. Второй вариант, это без арбалета, но выстрельнуть именно через наш дробовик. Только вот, знаете, мне кажется, нужно стрелять в эту коричневую штуку, чтобы она подвинулась, типа. Но я хочу стрельнуть сюда. Так. Да! Офигеть! И это что такое? Это ловушка для бабки? Ну-ка. Давайте попробуем, посмотрим. Я предлагаю еще проверить один миф. Если мы стрельнем в ворону через дробовик. Давайте попробуем. И... Офигеть! Она просто исчезла! Она испарилась просто. Окей. Она должна сейчас прийти. И мы посмотрим, как это работает. Это новая ловушка, получается. Заморозка называется. Так, бабушка, давай, иди сюда. Я уронил картину. Давайте еще раз уроним. Бабка должна сюда подойти. Но почему-то я ее не вижу пока что. Вот она. Да. Офигеть. Смотрите. На. Жесть! Вот это да! Вот это просто да! Новая ловушка, прям вообще класс! Не, ну мне нравится эта ловушка, давайте мы ее заберем. Ну что ж, вы готовы увидеть новую концовку бабки Гренни на машине? Назад! О-о-о! Аж залагало! Вперед! Назад. И вперед. Назад. И последний раз вперед. Погнали. Офигеть, на новой тачке уехали. Вот это концовка. Зенд. Вау. О, ребят, лады, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Пожалуйста, оцените этот ролик, напишите классный комментарий, поставьте лайк, потому что я снимал около
50 минут, уже часу. Я думаю, я заслуживаю лайка и так далее. Все, с вами был я, Игорь Кодор. Всем удачи, всем добра, всем спасибо. Если вам понравилось обновление, ставьте лайки, пишите свои мнения об этой обновке. Все, всем удачи, всем пока.